спрашиваем результаты. У кого получилось очень интересно. Несмотря на некоторую неудачу, Диана, у вас на самом деле нормально, но то, что взяли и слегка растянули, ну, бывает. А вот-то еще было из тех, кто Еву рисовал, вполне занятно. Володя у вас вполне хороший рисунок. Но для многих эта работа оказалась сложновато. В частности, в первую очередь, мне удавалось показать, что человек сидит. Причем сидит такой очень характерный позе. Получился равно стоящий человек, с каким-то странным положением ног, но вот сидящего не получалось. Вот давайте мы с вами продолжим такую работу. Ну, давайте, наверное, новые натурщики у нас на сей раз будут. Так, давайте. У натурщика вообще очень тяжелая работа, ну, потому что надо неподвижно находиться в течение достаточно длительного времени. Очередной раз, ребята, начинайте с проработки деталей. Зачем вам эти босоножки? Зачем эти босоножки, когда нет общего контура? Первое, что делается, общий контур. И старайтесь, чтобы это не был очень одинокий фигур. Если вы делаете очень маленькую фигуру, вы ничего с ней не сможете сделать. Ева, если вы берете защитку, то рука прямая. Не вот такая, а прямая. Только в этом случае защитку сработает. Так. Ага. То есть, говори, учитель, говори, никакого значения это не имеет. Все равно делаем очень одинокого петуха, вот такого размера на этом листе. Да? Давайте переверните лист сначала. Чтобы как минимум, но на пол-листа было изображение. Ребята, какой негодяй сбил Гошу швабру? Ну, потому что, судя по вашему наброску, вот он стальной стержень, прямой как струна, да, идет от макушки прям до пола. Ну, все-таки человек сидит в более-менее естественной позе. Абсолютно прямая, цена при этом не бывает. Так, ну это у вас в хорошем полете. Обратите внимание, у вас вот здесь, в этом пространстве, еще футбольное поле. А вы посмотрите с вашей позиции. Разве есть там настолько широкое пространство? Здесь вообще будет красивое дороги. Конечно. Попробуем все-таки сосредоточиться на натуре. Помните, где во всяком случае активного вранья не очень вижу. Единственное, скажите на ваше изображение. Человек сидит немножко откинувшись назад или наклонившись? Наклонившись. А натура? Назад. Скорее назад. В чем дело? Вот сюда сместить. Вот пропорции все совершенно нормально поймали. Но вы слишком влево выдвинули изображение плеча головы. Да? Человек так сидит тоже может, но фигура правильно сделана, но она не соответственно. Попробуйте. Болтает вы гораздо. Давайте посмотрим, что с работой. Понятно. Вот ваша любовь к ножкам, ручкам, спичкам. Ну скажите, пожалуйста, на разве настолько тоненькие конечности у вашей натуры? Ну вы уж совсем спички делаете, да? А в данном случае совершенно не так. Прошу. Так, поехали. Нет, давайте новый лист. Нет, это не пойдет. Вот это называется скульптура. А я умею крупное рисовать. А вот мы с вами учимся. Здесь никто ничего не умеет. Держите лист. Нет, у меня еще была папа. Ну, давайте. Но вот это вот, то, что вы делаете, это совсем не то, что надо. То, что вы не умеете, это вполне понятно. Если бы вы уже умели, то какой смысл был бы в этих занятиях? Мы ведь учимся. Только раз я беспричину осмотрю. Во. Не видите, что у вас получилось? Вы это плечо задрали. У вас сидит под ним вот это плечо. Я на пол листа нарисую. А на пол листа не считается. На пол листа. Если вы не будете лист складывать, как вы в прошлый раз сделали, вы такой хитрый прием применили, чтобы рисунок занял большую часть листа, взяли и уменьшили лист.
производились. Теперь все применено. Огород не выходит пока. Навоз. Да нет, это понятно, что навоз. А знаете, почему не выходит? Давайте посмотрим, какой у вас значит, вот точка. Да? Если вы сравните вот это расстояние от пятки до колен и вот это расстояние от пятки до конца сандаля, у вас значит они почти одинаковые. Однотуре. Да, понятно. Да? Попробуйте поправить. И в очередной раз я говорю, когда делаешь набросок, не надо нажимать на карандаш. Вы уже так отработали свой бедный риск. Я хотя беру мягкий карандаш. Ну попробуйте сдерживать свой темперамент. Это же все-таки не все борьба с карандашом. Это все равно. Так, Ева, смотрим. О, блядь. Значит, милая. Ну, говорится, не нужно уходить в детали, пока не сделано. Ну, зачем? Глаза, нос, там, рот и так далее. Сделайте сначала вот общий контур. Разберитесь с тем, как человек сидит. А вот дальше будете в детали уходить. Ну, вот теперь ближе к истине. Ну, пока что. Вот давайте посмотрим. Вы, у вас глаз хороший, поэтому давайте сложим позицию зрения. Скажите, пожалуйста, вот это пространство есть или нет? Совсем. Совсем нет. Вы опять прибежали в шоу. Такую прибежали. Лебединая шея. Длинная, длинная, а дикая, сейчас нет. Стройная. И за всех сил вытянет, вот так не получится. Да, давайте смотрим. Это так вышло. Еще проблем. Ну ноги. Прям вот полностью. Ну, во-первых, все-таки решили не менять, да? Значит, посмотрите, вот в этом пространстве умещается ли что-нибудь, кроме кистей рук? Ничего. А у вас? А вас здесь о чем это говорит? Я говорю, футбол. Вот это про него. Не так совсем устроено фигура. И голова такая малюсенькая. Ну, потому что на самом деле ноги, если уж вы такой масштаб выбираете, вот так. Так. Руки, соответственно, вот так. А голова раза в два больше, она вот такая. И причем оно не настолько сильно вытянуто вверх, как вы это пытаетесь изобразить. Вот, старайтесь целиком поймать. Только потом какие-то